Приветствую всех на своем канале. Хочу показать видео по изготовлению панно под телевизор. Здесь, значит, я показываю, что стену грунтую обязательно. Набиваю сетку, потому что основа у нас из валма смеси шпаклеванная. Цемент очень плохо пристает. Я набиваю сетку и делаю гребенку из раствора белого цемента и пескобетона 1:3 с добавлением пластификатора. Вот таким образом я накидываю слой арт-бетона. Он у меня 2 сантиметра толщиной. Ставлю ограничительные рейки. Потом перевожу с пленки рисунок на арт-бетон, продавливаю. Неоднократно я показывал уже, как я это делаю в своих видео. Вот как раз процесс самого продавливания рисунка на арт-бетон. Здесь самое главное, чтобы все, что нарисовано, продавить, ничего не забыть. Потому как рисунок большой, элементов мелких много. Вот, а карандаш по пленке не рисует. Он продавливает, и приходится пальцами проверять, где что продавил, где что не продавил, чтобы полностью рисунок оказался у нас на арт-бетоне. Таким образом. Ну, теперь пошла резьба. Все это мастихинами прорезается. Сразу прорезаю контуры. Пока раствор еще сырой. Его легко все это дело прорезать. Вот, но нужно делать объем такой, чтобы за день можно было это все сделать. Почему? Потому что на следующий день уже с бетоном ничего не сделаешь. На арт-бетоне полностью снимаю цементное молоко по всей плоскости панно. Почему? Потому что мне нужно впоследствии добиться эффекта металла. И если будут какие-то вмятины, ямочки, неровности, то они наоборот дадут еще больше, как бы, колорита этой работе, чтобы оказалась более естественная работа. Вот здесь я показываю, что уже несколько секций я уже изготовил, прорезал, вырезал. Вот. На следующий день я это, после того как порезал, пропитываю водой обязательно, чтобы цемент напился водички. Вот здесь я показываю, как я, соответственно, наношу арт-бетон. Опять же, история понятная, во многих видео это все есть. Как наносится, чем наносится. Ну вот у меня спрашивают, почему ты не работаешь шпателями, там какими-то кельмами. Ну, мне вот мастерком очень удобно, потому что мастерок — это уже продолжение моей руки. И как мне надо, так я и делаю. Все неровности. Вот еще у меня закончены 2,5 секции примерно. И этого панно. Рамка под телевизор. Все вымерено, все там у меня вырезается. И вот здесь у меня последний, завершающие 3 секции. Оп! И уже готово, если бы в жизни так было. Нанес, и за секунду у тебя уже все готово. А на низу вырезать как-то не очень легко. Потому что это нужно лежать и резать. Ну вот такое получилось у меня панно под телевизор. Будет оно в металле, как будто бы из металла оно все сделано, поделено на секции. Ну, впоследствии покажу покраску